В Гомельской области провели акцию памяти погибших воинах «Память о Великой Победе». На территории усадебного комплекса в деревне Хальчи Ветковского района, где похоронены 363 советских воина, школьники вместе с работниками музея восстановили клумбы, заменили ограду и мраморные плиты на братской могиле. Молодежь нужно просвещать и подключать вот к таким действиям, возрождают патриотизм, настраивают их, познают историю молодежь в процессе работы и непосредственно прикасаются к этим святым местам. Во время Великой Отечественной войны практически все дома деревни были разрушены. Хальч освободили советские войска 15 ноября 1943 года в ходе Гомельско-Реческой наступательной операции.